Дорогие друзья, хотел бы еще раз поздравить вас всех с Новым годом. Надеюсь, что вы хорошо провели каникулы, новогодние каникулы, которые в этом году были довольно длинными. И хотел бы с вами поговорить об одной теме, которую считаю очень важной. Эта тема связана с развитием физкультуры и спорта в нашей стране. Дело в том, что за последнее время было сделано достаточно много разных вещей, которые направлены на развитие физкультуры, спорта, для того, чтобы создать нормальные условия для отдыха миллионов наших граждан. Но если говорить предельно откровенно, сделано пока еще совсем недостаточно. И, может быть, вот эти новогодние праздники являются достаточным поводом немножко порассуждать на тему о том, как мы должны развивать физкультуру, как мы должны развивать массовый спорт в нашей стране, для того, чтобы миллионы наших граждан приобщались к этому нормальному способу отдыха. В нашей стране, вы знаете, в 2014 году будет проводиться зимняя Олимпиада. Сейчас по полной программе, что называется, идет подготовка к ней, строятся новые объекты, вводятся новые спортивные площадки, дворцы. И все это мы делаем, несмотря на то, что в последнее время финансовая ситуация в мире и в нашей стране, она, конечно, довольно серьезно ухудшилась из-за мирового финансового кризиса. Но я считаю, что это та тема, на которой мы не имеем права экономить. Потому что в конечном счете от этого зависит самочувствие людей, то, что принято называть здоровьем нации. И в этой связи я считаю, что мы должны все учиться отдыхать. Вы знаете, у нас подобного отдыха или такой культуры, откровенно говоря, в советский период просто не было. И каждый из нас, попадая, допустим, куда-то за границу, с большим удивлением наблюдал за тем, как хорошо умеют отдыхать наши соседи. Вот такую же культуру отдыха, такую же культуру спортивную мы должны попытаться создать в нашей стране. С тем, чтобы и вот такие большие новогодние каникулы, и летние отпуска мы могли проводить в нормальных человеческих условиях, занимаясь физкультурой, отдыхая вместе со своими семьями и получая от этого большое удовольствие. Вопрос отдыха – это всегда такой личный вопрос. И каждый из нас решает, как ему отдохнуть. Я в этом году катался на лыжах, катался в Красной Поляне, в Сочи. И считаю, что сегодня у нас уже в этом смысле созданы вполне достойные, приличные условия для отдыха. Такие же условия, которые существуют во многих европейских странах. Здравствуйте. И вас прошедшим. Как каталка в Красной Поляне, нравится? Хорошо, мне нравится. Да как в Европе практически. Погода там идеальной, может, нет сейчас. Спасибо, но сегодня здорово. Нравится вам здесь, да? Очень нравится. А вам не нравится? Очень. Можно пожать вашу руку? Практически. Привет. Здравствуйте. Практически ничем не хуже, чем в других местах. Как за границей. Как за границей, абсолютно. Спасибо! Могу вам сказать откровенно, это большая радость, большое удовольствие таким образом отдохнуть. Мне очень понравилось.